на совершенно там простую какую-то болванку ветошь. Это вот тряпочка, она таким... Это все тряпочка, она перезимовала, эта тряпочка. Здесь у нас овес посеян, он должен подняться. Просто-напросто берем цемент, разбавляем водой. У меня здесь уже такие приспособленные инструменты, мне это очень нравится. Сначала верхний слой – это только цемент и вода. Второй слой – там мы уже песочек добавляем. Хорошенечко мешаем, думаем о хорошем. Кто блинчики жарил, тот знает, вот, что смесь должна получиться вот такая вот. Не густая, не жидкая, без комочков. Берем старую футболку, которая вам очень надоела, чтобы потом мужу сказать, что мне нечего носить. Опускаем это все в цемент. Пока что некрасиво, но это пока что. Но мы-то знаем, что это будет очень-очень красиво. Все, оно вот где-то часочек и застынет. Это будет даже вот первый слой, да? Сейчас оно прихватится в течение часа. Я его переверну на другой бочочек. И сделаю точно так же второй и боковушечки. Оно постоит, и уже мы будем вот к концу дня будем иметь вот такую вот симпатичную структуру. Затем ее обязательно нужно будет проштукатурить с цементом и песочком. Тогда оно возьмется уже таким больше монолитом. Вот. А затем пожелезнеть. Это тоже цемент и вода, и уже будет ровненько. Все, там хочешь ведро делай, хочешь там вазу делай, хочешь там свои отпечатки рук оставляй. Но мне очень нравится, я с шарами начинала. А это часочек, вот, потому что тут тонкий слой. Сейчас я вам покажу большую работу. Посмеемся, повеселимся. Какие-то мы уже выбросили, потому что все-таки дерево, оно приходит в негодность, и оно... Шляпки целые, да, а шляпки целые. А потом я стала вот эти вот грибочки делать. Эту игрушечку вот кто-то из соседей просто вынес, и мы ее решили увековечить. Конечно, с ней повозиться пришлось, но это также тут же та же система. Вчера Мише был надет шарф, он тоже уже взялся. Но вот шарф под сохнет хорошо, и уже у него глазки будут, носик. И мы вот решили, это был панда, но мы решили с него сделать простого бурого русского медведя. Он будет бурый, нос будет черный, шарф мы уже решили, у него будет красный. Вода, бетон, желание и личное время. А так, ну... Все-таки интереснее, правда, чем пустая площадка?